Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». В нашому ефірі студія є ведучий Юліан Аксьонов. Сьогоднішній наш гість – доктор економічних наук, професор Сергій Якубовський. Здравствуйте, Сергій. Добрий вечір. Сергій, сьогодні будемо з вами обговорювати новоприйнятий бюджет 2021 року, на ваш погляд, виходячи з ключових показників. Це доходна частина, якщо не помиляюсь, 1 трильйон 0,92 мільярди, і витрати 1 трильйон 347. Бачимо, знову в нас дефіцитний бюджет. Це погано, добре, як це взагалі трактувати? Ну, давайте подумаем, если власть изначально планирует дефицит в 250 миллиардов гривен, то есть, условно говоря, там 8,5-9 миллиардов долларов, которые нужно будет где-то занять, то это хорошо для тех, кому придется расплачиваться за вот этот долг. Я думаю, что плохо, потому что у нас в Украине принято брать в долг одним, а отдавать другим. При этом тот бюджет, который был год назад, он был принят с дефицитом меньше, чем 100 миллиардов гривен. А этот, видите, в 2,5 раза больше дефицит. И пока, да, пока деньги можно легко получать, потому что очень много финансовых ресурсов в Европе, в США, там для борьбы с вирусом, с последствиями пандемии не нашли ничего лучшего, как напечатать евро и доллар, причем в триллионных размерах. Поэтому Украина может получить деньги, точно получит, но все равно это же деньги не, их не дают бесплатно, их напечатали там, дали нам долг, а потом мы будем назначать проценты. Поэтому дефицит, на мой взгляд, очень большой, и он совершенно не оправдан. Коли ви кажете, що ми маємо змогу залучити кошти, ви маєте на увазі механізм облігацій? Да, любой механизм. Вот МВФ уже запланировал приезд в Украину. Ведь, понимаете, денег много и у международных организаций, и в общем, на частных рынках. Поэтому тут будут и привлекаться и облигации, и кредиты международных организаций. То есть с этим проблемы сейчас не будет. Но никто не знает, что будет через год, через два. Может быть, монетарная политика в Европе и в США поменяется, может быть, начнут расти процентные ставки. Это не связано с Украиной, а вот если начнут в мире расти процентные ставки, сейчас они практически нулевые, и может там под очень низкую процентную ставку брать кредит за рубежом. А вот начнут они расти, а нам отдавать. Это вот большая проблема. Была такая ситуация, например, в Одессе, когда-то мы брали вроде бы как очень выгодный кредит в швейцарских франках. А там низкая процентная ставка была, потом произошла девальвация, и пришлось отдавать во много раз больше гривен, чем взяли швейцарский франк и обменяли на гривни. Поэтому тут вопрос с долгами – это очень-очень такой рискованный вопрос, и я бы, конечно, советовал уменьшить дефицит бюджета хотя бы там до 3% ВВП, что, в общем-то, в рамках экономической теории нормально. Но есть амбиции президента, есть амбиции депутатов, которым нужны деньги, и вот поэтому такой огромный дефицит. Питання щодо Міжнародного валютного фонду. Як ви вважаєте, на наступний рік, зважаючи на ситуацію, що виникла у цьому році, поки що будемо казати цьому, чи зможемо ми досягнути тих показників, індикаторів, на яких наголошує МВФ? Знаєте, МВФ – це та організація, яка говорить об одних індикаторах, а потім приймає те, що дає країна. Поэтому я не думаю, что МВФ будет придираться к Украине, тем более это проамериканская организация. Даже в условиях, когда президент США, пока еще президент США, достаточно жестко относился к коррупции в Украине, все равно МВФ давал деньги. А сейчас, 21 января, поменяется президент США, будет Джо Байден, большой друг Украины, потому что действительно Украина спасла его, по большому счету. Потому что если бы начали расследование по поводу его сына, по поводу компании «Бурисма», сын Хантер Байден, сын Джо Байдена, он получал деньги в Украине, в энергетическом секторе. Вы же прекрасно знаете, что у нас творится в энергетическом секторе, если приглашают кого-то там мальчика из Америки и дают ему там десятки миллионов долларов, то за что дают деньги в Украине?
ну, не за просто так, что он приятный человек, да, у нас за все дают деньги за оказание определенных услуг. Но вот и предыдущий президент Порошенко, и Зеленский, он сказал, нет, мы не будем подставлять наших друзей, и Трамп остался ни с чем, в общем-то, он-то и проиграл выборы из-за того, что Украина отказалась проводить расследование против сына будущего президента США. Поэтому я думаю, что благодарность будет, будут кредиты МВФ, будут кредиты США, то есть на год-два, пока Байден не разберется, что реально сейчас происходит в Украине, то будут, деньги будут в ближайшие несколько лет. До речі, про питання енергетики. У цьому році, 2020-му, Нафтогаз сказав, що він на межі банкрутства майже, там великі збитки. А Фінплан на 2021 рік складений, якщо не помиляюсь, 11,5 мільярдів гривень прибуток, чи навіть доларів, не пам'ятаю. Як ви вважаєте, це оці будуть кредитні якісь маніпулювання цифрами, чи це реально буде прибуток цього підприємства? Ну, я думаю, що цифра все-таки мільярда гривень, а не в доларах. Но речь идет о том, что у нас в Украине крайне неэффективными являются государственные компании. Менеджмент крайне неэффективный, потому что, с одной стороны, вроде как это государственная компания, и по долгам того же нефтегаза ответственность несет государство, правительство. Понимаете, это государственная компания. И менеджмент, он ни за что не несет ответственность. Хоть там убыток будет 100 миллиардов, 200, им абсолютно все равно. С другой стороны, это люди, которые имеют возможность распределять газ, кому-то дороже, кому-то дешевле, зарабатывать на этом. Поэтому в том же самом государственных банках доля невозвращенных кредитов просто зашкаливает. Да? Служба безопасности, другие правоохранительные органы Украины, они не реагируют на действия топ-менеджеров в государственных компаниях. Почему? Потому что это люди, которые представляют интересы конкретных олигархов, и, соответственно, они защищены ими от СБУ, от всех остальных. Да? Поэтому то, что вот там пишет «Нефтегаз», может написать одно, а сделать другое. Но сам факт, то, что у нас выросла цена на газ и, соответственно, выросла цена на отопление, при том, что цена на мировых рынках, на европейских рынках, она достаточно, в общем-то, стабильная. Плюс у нас есть все-таки запасы и добыча украинского газа. И при этом, что при Порошенко, что при Зеленском, мы считаем, то есть «Нефтегаз» считает цену на газ для населения, исходя из цены там двух газовых хабов в Европе. То есть газ добывается здесь, несколько сотен километров, а считают, как будто его завозят там за несколько тысяч километров из Европы. То есть тут однозначно сверхприбыли. Но вот это такая договоренность там между президентом, кем-то еще, чтобы... То же самое с углем, Роттердам плюс, то есть эти знакомые фразы, они были... И, к сожалению, есть, хоть президент поменялся, люди, которые контролируют эти сектора, они остались. Поэтому я не вижу возможности у «Нефтегаза» стать прозрачной компанией, пока она государственная. Единственная возможность – это вот ее приватизация крупному европейскому либо американскому инвестору, который будет заинтересован в том, чтобы просто повысить эффективность и зарабатывать, а не так, как у нас сейчас. Украинский газ по одной цене, считается по другой, исходя из цен в Европе. То есть здесь разница цен колоссальная, и, ну, миллиарды, десятки миллиардов кто-то зарабатывает. То же самый рынок электроэнергии. У нас вроде бы как рынок есть, а на самом деле одни компании могут купить электроэнергию по дешевой цене, другим достается высокая цена. То есть, ну, зарабатывают, как, извините меня, вот на привозе, даже на привозе больше конкуренции, чем у нас на рынке энергоносителей. На ваш професійний погляд, у цифрах майбутнього бюджету є вплив коронакризи 2020 року? Ну, знаєте, в Україну этот кризис незначительно затронув, тільки от небольшая часть предпринимателей, которые там были вынуждены прекратить работу там, весной, они пострадали. Все остальные там магазины, промышленность, наоборот, выиграли, потому что никаких ограничительных мер не было. То, что декларировалось, оно выполнялось, может быть, там несколько недель весной, потом все делалось так, как в Украине, не обращая внимания на законы. Поэтому многие в экономике выиграли, хотя, опять-таки, вот малый и средний бизнес, особенно в сфере обслуживания, он потерял. Но вот и все. То есть, да, президент объявил о какой-то такой популистской программе о том, что
предприниматели могут получить там, по 8 тысяч гривен. Да, это совершенно безумная идея. Да? А почему не врачи, например, которые каждый день рискуют своими жизнями, спасая людей в коронавирус? Почему не учителя, которые просто, ну, я не знаю, как эти люди работают. Потому что часть классов работает очно, часть дистанционно, нужно и так, и так. Почему им не повысить зарплату? Кстати, правительство отказалось в новом бюджете от решения еще предыдущего правительства о том, что будут достаточно высокими темпами подниматься зарплаты учителям. То есть учителя оказались даже в худшем положении, чем продавщица в магазине, хотя я с уважением отношусь к продавщице в магазине, они такие же люди, как и учителя, но в общем-то, надо поддерживать не только продавщиц, но и учителей, и врачей, потому что эти люди большую роль играют в социальном развитии страны, и они реально одни учат, другие спасают жизни. Они не часть бизнеса, они не выходят на протест, они не перекрывают дороги, поэтому президент и парламент по остаточному принципу их финансируют. Як спрацював банківський сектор? Вони отримали такий незвичний подарунок, дешеві кошти, дешеві гроші, 6% міжбанківська ставка. Це якось вплинуло на їх ефективність? Я не думаю, що це существенно повлияло на ефективність. Потому что все-таки конкуренция на рынке банковских услуг, она сейчас не такая, как была раньше. У нас где-то 2/3 банков обанкротилось после революции, достоинства, так ее называют, да, когда, в общем-то, дали возможность всем грабить. Если в Донецке грабили конкретно, то в банковской системе более 100 владельцев банков вывезли все, что хотели из банков и оставили эти банки банкротами, людей, которые держали там деньги. Да, и государство было вынуждено возмещать, кому не смогли возместить. Да? То есть тут вот такой подход, когда ни одного владельца крупного банка из обанкротившихся не наказали, не разыскивать по всему миру, а просто вот закрыли глаза, что обворовали собственный банк. Это, конечно, не способствует повышению эффективности, но что хорошо, что те банки, которые остались сейчас в Украине, они надежны. Потому что их хозяева, они решили, что, лучше работать в банковской сфере, а не разворовывать собственные банки и потом, по большому счету, прятаться от вкладчиков. Ну, потому что это как бы правоохранительная система здесь, она закрывает глаза. Поэтому банки надежные. Они, конечно, выиграли, потому что, опять же, как вы назвали цифру, ставка рефинансирования 6%. При этом, я думаю, что и доходность облигаций сейчас где-то 9-10%. То есть все равно какая-то есть маржа, которую банки просто без рисков зарабатывают. Доходность депозитов тоже существенно снизилась. Банки очень хорошо зарабатывают, особенно на валютных вкладах. Почему? Потому что у нас существует огромная разница в доходности валютных вкладов и доходности государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте. То есть простому человеку очень сложно купить там пакет облигаций государственных. Можно. Сейчас это не запрещено, но это реально процедура, это надо... сложно. То есть простой, там, если у вас есть 2-3 тысячи долларов, нет смысла этим заниматься, большие издержки будут. Да? То есть банки аккумулируют данные деньги, потом через разные структуры, и при этом берут там под 0,5% годовых в иностранной валюте, там, меньше 1%, а при этом могут покупать там 4%, под 5% с доходностью государственной облигации. То есть здесь в разы они увеличивают свой доход. То есть, то есть тут не столько эффективность, сколько новые источники дохода для банка. То есть, да, банки сейчас стабильны, зарабатывают хорошо, и банковской системе, в общем-то, пока ничего не угрожает. Повертаючись до бюджету, часто стикаються з думкою ваших колег про те, що цифри у бюджеті, вони не маленькі, але проблема, як і 30 років нашої незалежності, у перерозподілі. Скажіть, будь ласка, чому такий непропорційний розподіл між напрямками, галузями, чи це внутрішні такі ігри політиків, банкірів, бізнесменів, це має вплив на бюджетні витрати? Звісно, знаєте, у нас где-то, наверное, полгода з кінця августа 2019 року
существовало большинство в парламенте. Действительно, вот президент имел большинство в парламенте. Вот формально там где-то 250 депутатов было, но вот было 226 депутатов. Сейчас ни один закон не принимается всеми слугами народа. То есть реально, если бы президент знал, что написано в Конституции, он должен был бы дать месяц Верховной Раде на формирование новой коалиции, потому что там этого монобольшинства де-факто нет. Нет его, да? И потом назначить новые выборы. Но он, конечно, на это не пойдет, потому что результат будет значительно хуже, чем есть сейчас. Так вот, сейчас никакого большинства у президента нет. Есть группы, которые готовы поддержать президента в тех либо иных вопросах, в том числе в бюджете. Да? Поэтому каждая из таких групп, кто голосовал за бюджет, потому что, опять-таки, слух народа не хватило бы. Она что-то получила от бюджета, вот вы сказали, да? Кто-то курирует одну отрасль, кто-то другую. И это, конечно, влияет на бюджет. Дальше. Есть огромный сегмент теневой экономики, который вообще не охватывается бюджетом, но в который зарабатывают огромные деньги. И там, у нас есть 7-й километр. Наверное, да, удивится кто-то, если кто-то приедет и спросит, а где вот там ваш кассовый аппарат, а где там у вас документы на товары и так далее. То есть это огромные деньги, которые проходят мимо бюджета, но они не проходят мимо Киева, они не проходят мимо тех финансово-промышленных групп, которые контролируют страну. То есть это тоже влияет. То есть почему решили отсрочить на год введение кассовых аппаратов? Это опять-таки людей привезли в Киев, они там повозмущались. Но серьезные люди сказали президенту: так, реформами, но ты наш бизнес не трогай. Это огромная ошибка, потому что надо было разделить реальный малый бизнес, там маленький магазинчик, который там торгует там, овощами, которые выращены в Одессе, либо пекут булочки, либо маленький ресторанчик там семейный, да, им, конечно, нужны льготы, потому что они создают ВВП, они обслуживают людей, создают ВВП. А если кто-то контейнерами что-то завозит здесь и продает, не платит ни таможенные пошлины, никаких налогов, это неправильно. Да? Дайте реальному малому бизнесу развиваться, а этим, или, например, когда крупные супермаркеты там организовывают там тысячи СПД, через которые они пропускают весь товар, даже там через кассовые аппараты и все, и там налоги, либо большие гостиницы, которые точно так. То есть, группы влияния сказали: так, не надо. Оставьте все, как оно есть. Поэтому, конечно, проблемы есть и в доходной части бюджета, потому что бизнес-структура не оказывает влияния на те законы, которые принимаются. Но и в расходной части, потому что каждая группа хочет не только, чтобы их не трогали с налогами, но еще что-то получить. И в этом проблема. Да, цифры, вы правильно сказали, большие, триллион гривен. А вот как дойти, опять-таки, до учителей, до медработников, то тут возникает проблема, что доходит очень мало, очень мало. І немає політичної волі зробити так, щоб дуже великий бізнес не домінував над середнім та малим, бо в нас тільки для них преференції, тільки для них. Да. Тобто, тут мужество должно бути. Тобто, зараз вже, звісно, безполезно щось робити, але там півтора года назад, коли Зеленський став президентом, либо там еще год назад, когда у него было большинство, можно было, в принципе, любые законы принимать. И много было принято во время так называемого турбо-режима. Но потом вот вмешались сильные люди в Украине, развалили правительство, которое первое правительство при президенте Зеленском, которое было не идеальным, но, в принципе, там были профессионалы в сфере там, экономики и финансов, которые хотели что-то поменять. Их выгнали всех и поставили надежных, проверенных людей, которые никого не будут трогать, а будут делать вид, что они занимаются реформами, вот делить этот триллион бюджетных денег, и ничего не будет меняться. Выходячи из этих цифр, скажите, будь ласка, какие можно сделать прогнозы на наступный рік? Ну, прогнозы с точки зрения экономики у меня все же оптимистичны, потому что настолько мировая конъюнктура благосклонна к Украине. Вот видите, мы, например, попадем в очень страшной ситуации в газовой сфере, если Россия все же достроит «Северный поток-2». Потому что мы мало того, что получаем 3 миллиарда долларов за транзит российского газа, это деньги большие, да? Кроме этого, страны Центральной и Восточной Европы могут нам поставлять газ, потому что они получают российский и так далее. Да? Но вот кто борется с «Северным потоком-2»? Мы не боремся, через нашу территорию проходят трубы российские, никто никогда и
не пугал России, что перекроют газ, потому что это миллиарды долларов, которые получает формальная страна, а потом как-то не распространяется. Да? Вот Соединенные Штаты, они борются против России и, соответственно, борются с Северным потоком-2, опять-таки. Ну, пока Соединенные Штаты выигрывают, уже второй год Россия не может закончить. А закончит она, что дальше? Мы, я уже назвал цифры, 3 миллиарда долларов просто теряем из бюджета. Да? Почти 90 миллиардов гривен. Вот вам предпосылка для кризиса. Ну и самое важное, это, конечно, ситуация на внешних рынках. Если страны будут закрываться, если они начнут поддерживать своих производителей, то могут возникнуть проблемы с украинским экспортом. Да? Опять-таки доходы снизятся, а это нагрузка и на бюджет, но самое главное, это нагрузка на валютный курс, потому что пока он стабильный, вообще у нас баланс по текущей операции очень хороший в 2020 году. То есть такие риски есть, но они пока не намечаются. Да? Президент США новый будет давить на Россию всеми средствами. То есть Россия не сможет, я думаю, что в ближайший год даже достроить Северный поток-2. Ну а финансовые рынки, я думаю, что будут оставаться с низкими процентными ставками. Мы сможем легко, вот там, говорю, 250 миллиардов гривен. Да? Я думаю, что их найдут часть внутри страны, часть за рубежом. Поэтому на 2021 год я не вижу каких-то вот оснований для каких-то потрясений. То есть курс будет, ну, не думаю, что даже выше 30 гривен за доллар. То есть вот так будут колебаться в этой отметке. И никаких особых изменений. Кто-то будет там чем-то недоволен, будет выходить к президенту, кричать, палатки, иначе он будет это получать. Кто будет молчать, он будет жить так же, как жил в 2020 году. Ну, может, чуть хуже, потому что если кому-то дают, да, деньги, то значит, у кого-то забирают. Поэтому вот такая стабильность, но не самая такая приятная. До речі, Держстат нещодавно відзвітував, що обсяг промвиробництва повернувся на рівень листопада 2019 року. Скажіть, чи будуть такі шанси продовжити цей тренд, чи ми будемо бачити сезонне падіння, потім зріст? Ну, это, в принципе, хороший показатель, если это уровень ноября 2019 года, потому что у нас вот первые там, полгода все-таки состоялось падение из-за ограничительных мер. Поэтому, ну, вы понимаете, статистика – это такое направление в экономике, которое, ну, нельзя сказать, что всегда объективно. Да, объективно, особенно в Украине. Например, до недавнего времени статистика, то, которую предоставляет Управление статистики Национального банка, даже по экспорту и по импорту не совпадало там на несколько миллиардов долларов. То есть куда-то эти миллиарды, где-то они зависали, эти миллиарды. Поэтому то же самое с возвратом НДС. Хотя сейчас вот единственное, что стало лучше вот за последний год, это то, что появился определенный контроль за возвратом НДС. Не так легко, как раньше, вот, получать липовый НДС. И это, кстати, немножко вот стабилизировало ситуацию в налоговой сфере. Вот здесь сдвиг есть. Но опять-таки это было связано вот с теми шестью месяцами первыми, когда было большинство, когда принималось много законов, в том числе, ну, хорошие. Да, для... А сейчас уже, в принципе, Верховный Совет, он не принимает никакие принципиальные законы. Вот бюджет нужно, договорились, приняли. Все остальное они просто выходят, там что-то рассказывают. То есть они ни на что уже не влияют, потому что уже большинства нет. А принять какой-то серьезный принципиальный экономический закон, который бы устраивал там 3-4 олигархов сразу, уже невозможно. То есть президент уже не может ни на что повлиять. Поэтому здесь я не думаю, что будут какие-то изменения. Чи є шанс у нас побачити зріст ВВП? Понимаете, вообще этот показатель валового внутреннего продукта, он абсолютно условный. Вот смотрите, вот есть у нас там, по-моему, 1,2 миллиона предпринимателей. Никто не ведет учет их операций. Вот им сейчас выгодно показать нулевой доход, чтобы получить 8 тысяч гривен. Они приходят и говорят, вот у нас ноль доход. Хорошо. Мы берем 8 тысяч гривен. Эти 8 тысяч гривен перестанут выдавать, а, например, предприниматель захочет купить квартиру или дом. Да? Он, вот, мне нужно показать все-таки какой-то официальный доход. Он будет показывать в декларациях, что у него доход вырос там 10-20 раз. Вот и все, понимаете, у нас совершенно бесконтрольная отчетность финансовая в рамках малого и среднего бизнеса. Поэтому здесь цифры могут прыгать. То спад выгодно, значит, покажут спад.
невыгодно, покажут рост. То есть тут поэтому ВВП, ну реально вы же как-то люди чувствуют, там ВВП вырос, да, что у нас больше зарплата. Нет, ВВП упал. Ну, упал, вот они так посчитали, им так нужно посчитать. Поэтому ВВП, ну, я думаю, что будет расти реально даже, потому что ситуация все-таки успокоится. Совершенно непонятно то, что они придумали в январе, вот этот локдаун. Это, ну, учитывая, что как бы нет никакого коллективного руководства страной или индивидуального руководства, вот какие-то мысли возникают, то они хотели там перед Новым годом все позакрывать. Теперь говорят, не, мы не будем, хоть вся Европа закрыта, да, сейчас, давайте празднуйте полное понимание, зато потом, когда вы начнете болеть, мы устроим с 8 января вам там локдаун. То есть, ну, такие совершенно непродуманные действия, но опять-таки это действие для того, чтобы показать, что вообще что-то происходит, да, и президент такой серьезный, мы это обдумываем, все. На самом деле там нет никакой стратегии, никаких аналитиков, вот что им по большому счету в голову стукнет, то они и делают. Поэтому ВВП, я думаю, что будет расти, хотя в январе, да, будет падение объективное абсолютно. Локдаун сильно нас підкосить? Чи тільки малий та середній бізнес? Локдаун вообще ні на ком не скажется. И, послушайте, ви пам'ятаєте, це був локдаун вихідного дня, да? Сколько магазинів було реально закрыто в Одесі? Ну, может быть, кто-то испугался, и первые там выходные были закрыты. Поэтому начнутся протесты, люди отпразднуют, им будет скучно, они поедут в Киев, там начнут кричать, перекроют что-то, Зеленский испугается и скажет, ну, давайте. Поэтому тут больше вот именно вот в эфире всяких рассказов подкосит. А послушайте, правительство никогда не сделает что-то, чтобы кого-то подкосило, потому что они боятся протестов, они боятся, что потом им отомстят за это. Поэтому они говорят, потом отменяют. Ну, поэтому я не думаю, что будет какая-то катастрофа. Ну, кто-то пострадает, да, они для приличия кого-то оштрафуют. Ну, так принято, да, чтобы показать, что у нас есть там правоохранительная система. Тем более, вот, ну, сам по себе локдаун, он не нужен. Вы сделайте так, чтобы соблюдались те санитарные нормы, которые вот сейчас формально существуют. И этого достаточно, да, вот в общественном транспорте, чтобы соблюдались нормы. Что это главный рассадник, вот, ну, болезни, да. В тех же маршрутках. Наведите порядок, пусть люди едут в нормальных маршрутках. Заставьте хозяев маршрутов, чтобы они обеспечили необходимое количество этих машин. Вот что нужно делать. Но никто же их пальцем не тронет, и хозяев. Давайте мы там кого-то прикроем, а маршрутки снова будут забиты, и люди будут заражаться там, но приносить доход. Поэтому кто-то пострадает, но какого-то там потрясения для экономики не будет. Вам тільки залишається дожити до цього локдауну, аби подивитися, як він пройде. Я вам дякую, Сергій, за цю бесіду, за ваші прогнози. Я нагадаю, що в наших гостях був Сергій Якубовський, доктор економічних наук, професор. А мене звуть Юліан Аксьонов, це репортер. Залишайтесь з нами.